Также слова поздравления адресовал ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов. Цитирую. Из года в год потребность в высококвалифицированных специалистах только растет. А наш университет все больше доказывает, что является не просто главной в республике кузницей кадров, но и вторым домом для каждого из студентов и сотрудников. В стенах нашего университета начинается взрослая жизнь тысяч талантливых молодых дагестанцев, полная решимости и новых идей. А преподаватели – это наставники, готовые помочь обрести знания и превратить их в силу, способную преодолеть множество преград. Старания, терпения и массу идей нам всем в новом учебном году. Конец цитаты.